Третье место в областном этапе всероссийских соревнований «Белая ладья». Такого результата добились ученики 56-й гимназии поселка Красково. На днях ребята получили заслуженные призы и грамоты. С юными шахматистами встретилась Луиза Егиазарян. Шах. С такой же уверенностью ученик 8 класса Илья Фильков побеждает не только своих ровесников, но и взрослых соперников. Интерес к шахматам мальчику с детства привела мама. Со временем это увлечение стало неотъемлемой частью жизни. Классическая игра в шахматы. Это как бы привычка моя. Где-то 5 раз в неделю тренируюсь шахматами. Мое стремление – это тренироваться, выигрывать новые турниры и, как я считаю, добиться звания мастера спорта. Шансы на это у юноши есть. Недавно он стал обладателем первого разряда по шахматам. На чемпионате городского округа Люберцы среди взрослых Илья занял 2-е место. А школьная команда, в которой он состоит, завоевала бронзу областного этапа конкурса среди общеобразовательных учреждений «Белая ладья». Соревнования по шахматам проходили областной этап в марте месяце, а всероссийский этап проходил в сентябрь-октябрь 2020 года в онлайн формате, то есть играли через это по сети интернет, по компьютерам, именно вот здесь проводилось в школе. 4 юных шахматиста получили медали и грамоты от Министерства спорта Московской области, а также сувениры от Федерации шахмат России. Единственная девочка в команде, Надежда Волкова, планирует связать с этим спортом будущую профессию. Либо стать шахматистом, либо преподавать шахматы. Вообще я занимаюсь шахматами с 6-7 лет. Началось это с того, как я начала играть с папой в шахматы, и мама подошла и сказала: не отдать тебе на стадион на шахматы. Вот уже 3 года подряд 56-я гимназия – бессменный лидер по шахматам в городском округе Люберцы. В этом направлении она входит в число 50 лучших школ России. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.